За прошедший период этого года в Алтайском крае количество индивидуальных предпринимателей не убавилось. Напротив, наблюдается рост. Об этом на своей пресс-конференции рассказал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. Одна из главных тем – ситуация с алтайским бизнесом после введения санкций. Всего в крае около 88 тысяч хозяйствующих субъектов. За последние 3 месяца зарегистрировано порядка 4500 индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, транспорта и производственных компаний. Чтобы поддержать их, правительство края предложило большой пакет мер по поддержке регионального бизнеса. Это разные направления, это и темы, связанные с продлением уплаты кредитов, это и программы льготного кредитования, это и мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок, это тема, связанная, значит, с продлением лицензий, это темы, связанные с упрощением доступа к государственным закупкам, смягчение требований, значит, не так даже перенос по уплате страховых взносов, иных платежей по налогам.